И снова здравствуйте, с вами Дэв. Ну а мы продолжаем знакомиться с персонажами, которые появились в фильме «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумии». Я имел честь посмотреть фильм в кино буквально вчера, и в конце фильма была сцена после титров, которая показала нам новую героиню в каком-то фиолетовом костюме в исполнении бесподобной Шарлиз Терон. Так кто это? Итак, этого персонажа зовут Клея. В этом видео я предлагаю нам с вами разобрать, кто такая Клея и почему она очень важна для всей киновселенной Марвела, а также для Доктора Стрэнджа в частности. Итак, создали Клею в 1964 году Стэн Ли и Стив Дитко. Появилась впервые она в комиксах Strange Tales под номером 126. И она племянница Дормаму. Дормаму, я пришел договориться. Да, вы не ослышались, она племянница вот этого парня. Скорее всего, в киновселенной это немножко изменят или переделают вообще под ноль. Банально потому, что это очень сильно усложняет все повествование и восприятие всего. Как мы с вами знаем, киновселенную очень сильно упрощают для обычного неискушенного зрителя, который не читал тон комиксов. В противном случае пришлось бы выдавать огромное количество литературы за последние десятилетия для того, чтобы человек понимал, какого черта вообще происходит на экране. Поэтому киновселенную адаптируют для большого экрана. Но у вас, друзья мои, кто хочет узнать чуть-чуть больше и как это было в комиксах, есть я. Ну что ж, поехали. У Дормаму есть родная сестра, Умар. Я думаю, нам нужно разобрать чуть-чуть само происхождение Дормаму и Умар, чтобы лучше понимать персонажа Клеи. Это уберет достаточно большое количество вопросов и непониманий. Итак, Дормаму и Умар происходят из некой расы Фалтин, или же Фалтин. Это существа, созданные из чистой энергии. Дормаму и Умар, в свою очередь, были некой аномалией. Они интересовались не только энергией, но их интересовала и материальная часть нашей вселенной. Таким образом, они были полной аномалией для своей расы и представляли угрозу их догматам и фундаментальному пониманию всего вокруг. Их раса хотела уничтожить это недоразумение в виде Дормаму и Умар. Они очень быстро поняли, что представляют опасности и за ними скоро придут, поэтому они срочно уничтожили своего родителя. Я так понимаю, что у этих существ в теории не должно быть пола. Однако, комиксы. В общем, они убивают своего родителя, тем самым провоцируют еще больше гнев со стороны своих сородичей, и им приходится бежать из своего измерения. Сбежали они в то, что на сегодняшний день называется темным измерением. Там они увидели местное население, естественно, гуманоидной формы, и приняли такой же точно облик. Я сразу хочу оговориться, что в темном измерении точно так же живут некие разумные формы жизни. И естественно, они тоже имеют гуманоидную форму, потому что это комиксы, и читателю так будет намного проще понимать, что происходит, и ассоциировать себя, свою жизнь, с тем, что происходит в другом измерении у даже не людей. Собственно, по этой самой причине большинство пришельцев в кинематографе выглядят именно что гуманоидно. Но двинемся дальше. Итак, Дормаму и Умар выходят на связь с местным правительством темного измерения и предлагают им свою помощь, свои знания, свою силу для того, чтобы помочь темному измерению избавиться от внешних угроз и внутренних проблем. Собственно, таким образом началась война против бездумных. Это отдельная раса существ, которые время от времени появляются в комиксах. Я не хочу сильно перегружать вас информацией, может быть, когда-нибудь мы к ним еще вернемся. В результате этой войны в темном измерении воцарился мир, покой, но, к сожалению, король этого измерения был убит. Тем самым правителя нет. Дормаму и Умар избрали новыми регентами темного измерения, и Дормаму, собственно, был во главе, потому что Умар по непонятной причине потеряла половину своих сил в ходе этих долгих изнурительных баталий. После коронации Дормаму он решил изменить свой внешний вид и стал выглядеть так, как мы все его привыкли с вами видеть, а именно гуманоидная форма плюс пылающая голова с какими-то очертаниями лица. Собственно, это нечто среднее между материальной формой и энергетической. Что же касается Умар, она решила остаться в гуманоидной форме, и чем дольше она пребывала в таком виде, тем больше она становилась человечнее, скажем так. Таким образом, она вскоре начала обращать внимание на принца темного измерения, который был представителем местной расы. Между ними завязался роман, и вскоре Умар забеременела.
Как существо из чистой энергии, которое создало материальное тело просто потому, что захотело, смогло забеременеть, неизвестно. Давайте оставим это на комиксы. В общем, беременность прошла очень тяжело, и роды тоже. В результате этих очень тяжелых родов Умар потеряла возможность превращаться в свою энергетическую форму. То есть она навсегда осталась в гуманоидной форме, плюс потеря частичной силы, еще и это. В общем, она обозлилась на весь мир, посчитала, что это все вина ребенка, что-то по типу послеродовой депрессии, причем мгновенной. В общем, она отказалась от своей дочки и также пошла по непонятной причине против Дармаму. В результате этой конфронтации Умар была изгнана из темного измерения в некую маленькую карманную вселенную, а воспитанием Клеи занялся ее родной биологический отец. Вот, собственно, происхождение Клеи. Теперь мы понимаем, кто она такая, что она делает и почему она из темного измерения. Она, как и все представители темного измерения, почитали Дармаму как своего короля, божество и так далее. В общем, поклонялись всячески ему. Где-то тут появляется в нашем поле зрения и Доктор Стрэндж, потому что Дармаму начал поглядывать на Землю как новое поле для завоевания, расширения своих границ. А Стрэндж, как величайший маг Земли, обязан ему противостоять. Собственно, это первое противостояние, первое столкновение Дармаму и Доктора Стрэнджа в темном измерении. Как раз таки тогда Клея увидела человека и восхитилась его силой, его мощью, а также его отвагой. Он не побоялся войти в чужое измерение и противостоять местному главе, местному лидеру, самому сильному существу. Она была просто в полном восторге от него, и она решила помочь Стрэнджу, потому что, во-первых, симпатия, во-вторых, она посчитала, что его намерения благие, и Дармаму действительно заигрался со своей силой. В результате этого небольшого столкновения Клея оказалась за решеткой, поскольку Дармаму обвинил ее в измене, а сам схлестнулся в бою со Стрэнджем один на один. Разумеется, Стрэндж вышел победителем и поставил несколько условий. Во-первых, он должен прекратить попытки завоевать Землю, а во-вторых, он должен отпустить Клею. И таким образом наша героиня снова оказалась на свободе. Спойлер, Дармаму не сдержал ни одного, ни другого слова. Как мы знаем, он все еще ищет какие-то лазейки для того, чтобы вторгнуться на Землю. А что же касается Клеи, то она еще много раз оказывалась в заточении в темном измерении. Банально по той простой причине, что истории в комиксах имеют свойство повторяться или же пересказываться в той или иной интерпретации. Давайте промотаем время вперед, до момента, когда Дармаму был временно побежден и не являлся королем темного измерения. Из-за этого вакуума власти смогла вернуться Умар и захватить правление над темным измерением. Когда это произошло, то Клея, как представительница, частичная представительница власти хотя бы какой-то, решила противостоять этому узурпированию власти и вышла против Умар. Тогда как раз таки в бою она и узнала, что Умар ее родная мать. Но это никак не повлияло ни на исход боя, ни на их дальнейшие отношения. Умар все так же не любит Клею, не считает ее своей дочкой, как и Клея не расценивает Умар как родную мать. Однако, я думаю, всем интересно, какое отношение Клея, существо из темного измерения, племянница Дармаму, имеет к Доктору Стрэнджу и почему она в принципе важна для него. Из-за этих постоянных кошек-мышек, когда Клея боролась то с Дармаму, то подвергалась нападениям от своей матери и в целом была в опасности в темном измерении, Стрэндж решил, что единственное безопасное место для Клеи будет на Земле. И он смог вывести ее на Землю, где, собственно, поселил ее жить у себя в Санктум Санкторуме. Клея, оказавшись на Земле за рамками своего измерения, обнаружила, что большинство ее сил не работают. Тогда Доктор Стрэндж взял ее к себе в ученицы и начал обучать ее владению магией, так как он умеет по нашим земным правилам. Собственно, существо из чистой магии, которое прекрасно знает, как все это работает, просто нужно понять, как это устроено здесь на Земле, или же освоить какие-то новые вещи. Учение далось ей достаточно хорошо, и она вскоре стала очень сильным магом. Разумеется, в результате всего этого дела между двумя завязался роман. В конечном итоге они решили пожениться. Связать свой брак узами фактического брака на Земле они не могли, потому что фактически Клея вообще не человек. Она
полусущество из чистой энергии, полупредставительница расы темного измерения. Однако влюбленные придумали магические кольца, которые они одели в знак своего брака. И долгое время Клея числилась в комиксах именно что женой Доктора Стрэнджа и его любовным интересом. Раньше в комиксах практически у всех героев был какой-нибудь любовный интерес. Дальше на определенном этапе от этого отказались. Итак, брак Доктора Стрэнджа и Клея продолжался достаточно длительное время, но ему не суждено было быть вечным, банально по той простой причине, что опять-таки темное измерение, родной дом Клея, постоянно его разрывают войны, постоянно кто-то пытается его узурпировать, то Умар, то Дармаму, то кто-то еще. Итак, в очередной момент, когда власть узурпировал Дармаму, он вернулся, Клея сказала, что не может оставаться в стороне и должна вернуться в свое родное измерение и возглавить восстание против Дармаму. Из-за этого брак начал трещать по швам, потому что постоянная разлука, постоянные вот эти вот перемещения между одним и другим измерением, они просто не могли постоянно быть вместе. В конечном итоге их брак разорвали авторы. Почему я говорю авторы? Потому что их разрыв был максимально глупый. В один прекрасный день Клея просто перенеслась на землю, заглянула в окошко Санктум Санкторума и увидела там Стрэнджа в компании других девушек, который просто развлекался и просто, ну вот... хорошо проводил время. И она сказала, что я хочу развод. Вот, собственно, и все. Видимо, на каком-то этапе авторы решили, что героям лучше будет идти каждому своим путем. Почему? Непонятно. Но это произошло. В принципе, это и все, что нужно знать о Клее. У нее не было никаких существенных сольных ролей. И она не влияла на всю вселенную как-то глобально. Персонаж особо не развивался и не эволюционировал. Она просто очень сильный маг, но не из нашего измерения. Да, разумеется, она очень часто путешествовала вместе с Доктором Стрэнджем, помогала ему то там, то тут. А также на сегодняшний день она является величайшим магом Земли, потому что в комиксах на сегодня Стрэндж числится мертвым. Скорее всего, в ближайшие несколько лет его вернут, но пока что эту должность занимает сама Клея. Теперь давайте поговорим о том, почему Клея очень хорошо впишется в киновселенную Марвела, по моему сугубо личному мнению, и чем она поможет Доктору Стрэнджу, а также киновселенной в целом. Во-первых, она скорее всего будет его любовным интересом. Как минимум появится очередная новая девушка в историях Доктора Стрэнджа, которые как-то разбавят всю вот эту вот гнетущую атмосферу некого холостяка с разбитым сердцем, потому что на сегодняшний день Доктор Стрэндж в киновселенной Марвела определенно очень мощный маг, величайший маг Земли, но он все еще учится. Как мы видим в Докторе Стрэндже 2, он не знал, что такое Даркхолм, то есть он знал об этом крайне поверхностно. Он был убежден, что книга Вишанти — это вообще выдумка, хотя в комиксах это основной источник его сил и так далее. То есть это некий маг, который все еще учится и познает концепцию магии. То есть он в начале фильма практически ничего не знал про мультивселенную. Сейчас он прекрасно понимает, что по мультивселенной можно путешествовать, и есть другие версии его. То есть персонаж очень сильно эволюционировал. Если мы добавим сюда еще и Клею, и он сможет развиваться как в плане магии, так и эволюционировать как личность и эмоционально, мне кажется, это пойдет ему на пользу. Плюс что-то мне подсказывает, что химия между такими замечательными актерами, как Бенедикт Камбербэтч и Шарлиз Терон, возможна. А это определенно будет радовать глаз и будет просто за этим приятно наблюдать. Но опять-таки, я просто предполагаю, сейчас строить какие-то теории про третий фильм, который еще не был анонсирован, конечно же, очень смело. Во-вторых, что касается мультивселенной в целом и концепции киновселенной Марвела, я считаю, что с мультивселенной в Марвеле мы будем знакомиться и дальше, а также узнавать другие миры и параллельные измерения. Тут я хочу оговориться, что есть огромная разница между измерением и вселенной. Темное измерение, то, где находится Дармаму, это некое место вне основного континуума, то есть оно существует отдельно от всего. Это не параллельное измерение, не существует огромного количества Дармаму или же огромного количества кошмаров. Они находятся отдельно, обособленно и не являются частью основного континуума. То есть может быть огромное количество земель, то есть земля 1, 2, 616, на которой на каждой из этих земель может быть свой Доктор Стрэндж, свой Человек-паук и так далее, но будет всего одно темное измерение и одно царство сна, царство кошмара. Мы о кошмаре с вами уже говорили раньше. Кстати, безумно жалко, что он не появился в фильме.
Поэтому я думаю, что Клея для киновселенной Марвела это будет билет как раз таки в другие измерения, изведывать их, расширять возможности Стрэнджа, позволять персонажу эволюционировать дальше. Ну и Шарлиз Терон определенно радует глаз, ее много не бывает. Вот вроде и все, что я хотел рассказать про персонажа Клей. Я думаю, что после просмотра этого видео вы, если не будете считать себя экспертом в этом персонаже, то точно знать, что она из себя представляет и что можно ожидать от нее в фильме. Что же касается нашего с вами будущего, я думаю, мы еще обязательно поговорим про сам фильм Доктора Стрэнджа и разберем его чуть-чуть более детально. Ну а там будет видно. Если вам это видео понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, дабы не пропустить уведомления о следующем видео. Как всегда, я хочу напомнить, что я приветствую любую конструктивную критику. Связаться со мной очень просто, это можно сделать либо в комментариях к этому ролику здесь на YouTube, либо же через мою группу ВКонтакте. Также есть телеграм-канал, на котором точно так же публикуют новости, и через который можно со мной связаться, если у вас есть какие-то вопросы. И в завершение я хочу сказать отдельное огромное спасибо тем ребятам, которые, несмотря ни на что, поддерживают меня на Boosty. Благодарю вас, друзья, вы лучшие. Ну а на этом, я думаю, точно все. Благодарю вас за просмотр. Умейте радоваться мелочам и отказывайте себе в удовольствиях. Всего доброго!